Привет! Ты на канале Кайс Триггер, и сегодня посмотрим свежий экшен-рогалик Cthulhu Must Die. Игрушка вышла 5 февраля. Давайте посмотрим, давайте заценим. Так, персонаж. Чарли. Без ноги на инвалидной коляске. Культист 66. Так, у Чарли будет скальпель. И Тереза со священной книгой. Какой выбор интересный. Не, ну на инвалидном кресле со скальпелем необычно. Не, давайте за культиста. Водяной пистолет стреляет святой водой. Я знаю Cthulhu где-то поблизости. Финальный ритуал что-то завершит. Через несколько минут надо убить Cthulhu до этого, надо исследовать, в общем, все и что-то расследовать, чтобы найти его. Надо посмотреть на карту, ну на отметки на карте. А вот и карта нарисована. Ты хер поймешь, что так. А вот так стрелять. Так, а чуть-чуть потише, там можно что-то сделать? Блин, ни хера не понятно. А эта херня вообще хоть сколько-то наносит? Level up. Так, это скорость передвижения. Это книга. Мыльные пузыри. А, создает пузырь, который защищает игрока от одного попадания. Восстанавливается каждые 15 секунд. Давайте книгу возьмем. А что, мы просто поменяли оружие, что ли? Урон по Cthulhu увеличивается на 25%. Давайте. Так, ну давайте пузырь. Как часто левлапы дают. Sound Blaster. Ну это же так, увеличивает урон по Cthulhu на 26. Ну что, плюс 1% или будет? Ну посмотрим. А, нет, ну давайте еще урон по Cthulhu. Когда Cthulhu придет, мы покажем, где раки зимуют. Нифига себе. Пейнт миниган. А, пейнтболами стреляет. Ну, давайте попробуем. Я его взял? Или что я взял что-то другое? Смотрю в книгу, вижу фигу. Так, урон по Cthulhu еще. Так, выпускает какой-то преследующий ужас. А что так подлагивает-то этот ужас? Ну, по-моему, какая-то шляпа. Предыдущее оружие было в 100 раз лучше. Давай, возвращай взад. А, вот она карта-то. Cthulhu где-то здесь. Его надо найти. А не клювом щелкать. Не, ну а чё эта игра так тормозит? Блять, это чейсинг хоррор. Блять, это не пойдет так.
Давайте перезапустимся. Эту херню брать не буду просто. Не, ну пацаны, это не тормозит. Ну как мы так сделать, чтобы тормозила столь примитивная игра? Я же понимаю, что у прогеров сейчас растут из задницы. Не только руки, но и мозги. По крайней мере, которые делают многие игры. Так, ну вот. Ну вот это мне нравится. И не тормозит. Так, урон по Ктулху. Так, урон на игрока. Так, пузыри. Шанс на крит на 3%. Скорость атаки. Давайте урон. Так, урон по Ктулху. Ну, давайте получаем опыт. Тут уровней много. Так, скорость врага уменьшает количество врагов. Может, это, кстати, и хорошо. Я всех не, все равно не успеваю убить. Так будет полегче. Так, урон по Ктулху на 27. Это инвестиция в будущее. Но вообще надо идти вперед. Что-то я... Так, продолжительность. Ритуал откладывается на 20 секунд. Ты здесь. Ну что, надо куда идти? Надо идти налево. Я вам показывал курсором, но курсора тут нет. Короче, налево, да... А там наверх. Какая-то заброшенная мельница. Ходячая бомба. Преследует врагов, взрывается. Не, давай крит шанс. Так, ну сейчас нам отметят вот здесь. Так, ну погнали, продолжаем поиски. Подарок. Создает приманку, которая привлекает врагов и взрывается. Но это вместо основного оружия, блять, непонятно. Дайте просто урон. Ну иди отсюда. Щупальца. О! Тут непонятное уничтожили. А хпшка-то тут восстанавливается? А то я уже 10 единиц потерял.
Сила Самсона. Так, ну, видимо, не здесь. Скорость атаки. Звуковое оружие. Сверхзвуковое. Больше опыта. Наткнулся на щупальца. Урон увеличиваем. Ну, это неплохое оружие. Урон хоть и небольшой, но скорость атаки и область хорошая. Так, level up. Говорит, тебе надо поменять оружие. Отказаться нельзя. Ну тогда Библия. Да, что-то непросто. То, что он вынуждает брать другое оружие, это, конечно, не очень. Так, давай-ка вот эту штуку. О, ну это другое дело. Прям через стеночку. 5 хп восстановить. Это тоже пойдет. Где ж Ктулху-то? Гаденыши попали. Маслину поймал. Урон по Ктулху. Или просто урон? Давайте просто урон. А, все, мы нашли Ктулху вон там. Правильно или неправильно? Ну все, идем вниз и направо. За 15 минут дойдем. Мерзкая щупальца.
Ну, продолжаем направо, потом вниз. Потом опять направо, потом вниз и вниз. Короче, направо, вниз, направо. А там посмотрим. Где восстановление ХП? Оружие, конечно, не очень хорошее. Если они, конечно, встанут в линию, то неплохо. Давайте еще темп стрельбы. Я уже забыл, направо, вниз, направо, что-то такое. Ктулху здесь нет. Надо смотреть в другом месте. Сейчас посмотрим в другом месте. Все правильно я иду. Надо направо и вниз. Что-то я уже запутался. Просто вниз. Просто вниз. А вот и Ктулху. Так, восстановление ХП. Да, есть. Ну где Ктулху-то? Так, урон по Ктулху дополнительный. А у него сновидение снаряда. Так, восстановить 7 хп. По-моему, неплохо. Так, шанс на крит 4%. Давайте так. Ну тоже неплохо. Ходим по воде. Может тут, конечно, не глубоко.
Шанс на крит еще 5%. Урон по Ктулху на 29%. Полтинник дали. Ктулху повержен, а мир спасен. Довольно простенько. Так, у меня 76 коинов. Что я могу на них сделать? Понятно, тут опции нет. Фидбэк, крит, плей. Ну хорошо, давайте за Чарли сыграем. Короче, изо всех этих идиотов только на меня можно. А, нихера себе, у него так скальпель атакует. Так, ну погнали, как в прошлый раз тогда. Ну крит какой-то не очень большой. Крит чего? Полуторный урон всего. Так, давайте бомбочки ставить. А, пылесосы такие. Ничего так. Так, скорость передвижения игрока. Ктулху, приди. Ну, в толпу такой пылесос нормально отправить. Призматик бип. Ну-ка, дай-ка. Давай скорость атаки, что-то он очень медленно атакует. Но урон неплохой, 90. Так, крит, шанс. Урон по Ктулху. Что-то я много потерял уже, ХП. Давайте восстановим ХП. У него стандартно в 4 направления или диагонали. В общем, вся разница. Thank you.
меньше врагов. Хотя эта штука с пробиванием. В общем, если толпа, тоже хорошо. Кулдаун, конечно, жуткий какой-то в этой пушке. Крит шанс на 5%. Мы будем критовать постоянно. Я как критану. Крит шанс на 6%. Вот это неплохо. Надо хпшку уже восстанавливать. Так, ну я, считается, проверил. Или как? Мне подсказывает, что нет. Ну, естественно, не проверил одно. Ну и хрен с ним. Одно место. Разберемся. А куда эти коины? Может быть, тут магаз какой-то есть? Здесь только так. Сюда наверх, потом налево. Так, а в этих деревяшках что-нибудь есть? В этих деревяшках ничего нет. Тут не обойдешь? Обойдешь. Хватит пускать свои эти шипы. Ну, скорость увеличиваю. Он так редко атакует. Блин, попал. Ученыш. Блин, какое место хорошее, они прям выстроились. 8 хп восстановить. Вот серьезно. Не прятался тут? За колесиком-то. Жалкий Ктулху. Ктулху здесь нет. Говорит, надо другое место посмотреть. Девять хп восстановить. Мне нравится. А реально он мне 9 восстановил? Чё так мало-то у меня? Чё, у меня 28, что ли, было? Точность оставляет желать лучшего. А, это вон я столько уже закрыл. В записках было сказано, где его точно нет. Налево и вниз. Ухо.
Ты где? Блин, что-то запутался уже. Ну, здесь посмотрим. Хорошо, тут карта есть. Вниз, налево, налево, вниз. Просто если какая-то развилка, то... Palace of Light. Ну, вряд ли он там. Ну, посмотрим. Крит шанс на 7%. Это, смотри, свет. Они не боятся света? Тулху здесь нет. Ну как так-то? Включили свет по полной просто. Там прятался, урод. Падла. Ну дайте записку-то посмотреть. Может там информация, где Ктулху. Суки. Ну и оставайтесь тогда здесь, уроды. А, все, вон он, Old Stump Park. Дайте пройти, суки. Урон хоть увеличить. Блин, чуть часто они появляются. Суки, не дают пройти. Блядь, я не наверх, что ли, пошел куда-то? Чё за фигня? Мне надо было направо, наверное, уже идти. Ну где левел ап? С восстановлением хпшки. Ну надо же. Ну
Ну где эта скорость атаки-то нормальная? Атакуешь, хер поймешь как, но явно не так, как должен. Вот же ж, суки, зажали. Ну надо направо идти. Как я не посмотрел сразу. Короче, направо до следующей карты. Где восстановление ХП? Сучий потрошок. Так, теперь вниз. Подожди. А, вниз, на вниз, направо идти до хера. Короче, вниз направо. Ну где левелапы? Просто надо вниз, ну, короче, направо, вниз, направо. Ну, смотри, скорость 150%. Ну, блядь, я сейчас сдохну. Уж не помню, направо, вниз, направо. Блядь, они появляются. Да, что-то я в прокачке сделал не так. Надо темп того, как они появляются. Ну сейчас время тогда выйдет. Будешь птички мять. Еще темп, пусть атакует нормально. В принципе, урон-то, ну, более-менее. Блять, пузырь лопнул. Да, ну как он хпшку не хочет дать мне восстановить? Ну как так? Ну 4 хп осталось. Какое-то попадание нечестно засчитали. Блять, ну появляется прямо перед носом. Что за херня? Направо, вверх.
Так, вверх, налево, налево. А в листочках левелапа не может быть, сука. Ну вот, налево, налево. Ну дай хпшку. Ну, тогда пузырь хотя бы. Так, скорость передвижения врагов. Спас мир. Даже не сомневался. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи уже в следующих играх. Всем пока.